Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я бы хотела снять для вас обзор на марку Mixit, на те продукты, которые я приобрела за свои собственные деньги. Именно поэтому я думаю, мой обзор будет достаточно честным. Гуляя порядка, наверное, уже больше, чем 2 недель там назад по магазину Мега Парнас, я увидела там, ну, корнер, можно его так назвать, в общем, магазин марки Mixit. И, конечно же, я туда зашла, и там на тот момент проходила акция: берете 3 товара, и 4-й по меньшей стоимости вам дают в подарок. И, конечно же, я поучаствовала в этой акции. Мне дали вот такой замечательный пакетик, даже выдали карточку, на которой купятся бонусы. Дали наклейки. Это вообще красота просто. Такой какой-то вкладыш, чтобы я снова вернулась в магазин. И вот мой чек. Итак, прежде чем начать, я хочу сказать, что мне 33 года. У меня уже на коже есть некие возрастные изменения. В особенности это касается кожи вокруг глаз. Гусиных лапок ярко выраженных у меня нет, но из-за сухости кожи, то есть моя кожа сухая, зимой в особенности и ближе к нормальной летом, у меня вот в этой области возникает такая мелкая сеточка морщин от обезвоживания, поэтому зимой средства для области вокруг глаз для меня очень-очень важны. И вообще к марке Mixit я присматривалась на самом деле очень давно, еще только когда начался вот этот бум на Ютубе, в Инстаграме, везде рекламировали эту марку. И я как-то вот смотрела и думаю, ну, чересчур много рекламы, слишком много рекламы для этой косметики. И как-то не приобретала. Но здесь, проходя в торговом центре, конечно же, не смогла пройти мимо. И тем более, что я видела, что до сих пор у некоторых девушек мелькает эта косметика. И мне, конечно же, стало очень сильно интересно. Ну и давайте уже перейдем. Первый продукт, который я вам хочу показать, это вот такие вот жидкие патчи для борьбы с морщинами под глазами, с различными биоэкстрактами. Давайте я вам прочитаю, что заявляет производитель. Уникальные компонентно-гелевые маски-патчи борются с признаками увядания кожи, разглаживают мимические морщины и гусиные лапки, устраняют отечность, возвращая сияние вашему взгляду. Подходят для всех типов кожи. Ну и способ применения их. Наносить плотным слоем на чистую кожу под глазами не требует смывания, придает легкое сияние, подходит для ежедневного использования. Как мне сказала девушка-консультант, вообще подобного средства есть 2 вида. Одно вот антивозрастное, а второе именно от отеков. Значит, девушка мне сказала, что если, допустим, страдаю отеками или сухостью под глазами, утром встали, нанесли им пачки под глазки, позавтракали, они впитались за 10 минут, и дальше можно наносить макияж, кожа просто супер напитана, супер увлажненная и вообще супер просто, вообще дальше некуда. Я думала, что это действительно будут какие-то вязкие такие, вязкая какая-то текстура, но нет, это просто обычный гель, который имеет пигмент. Как вы видите, он у меня уже засох. Пользовалась я им много раз. Имеет просто вот такую гелевую фиолетовую текстуру, которая достаточно легко распределяется. Я это делаю пальчиком. Вот. И, то есть вы вот так распределяете, получается такой гель. Ходите, и оно все впитывается. Я первый раз нанесла, походила 10 минут, они действительно как бы впитались. Вообще, слово «впитались», то есть если патчи впитались, значит, они должны, по моему мнению, напитать кожу. Но ничего такого не произошло. То есть кожа под глазами осталась вот такая, как если бы просто умылись, промокнули личико полотенчиком и все. Не нанесли больше ничего, то есть не дало ни увлажнения, ни разглаживания, ни напитанность, вообще ничего, то есть полный ноль. Я, конечно же, ринулась в интернет, решила почитать вообще, что вообще пишут про данные патчи, и увидела, что очень многие девушки говорят, что они не работают, и в одном отзыве я увидела, что девушка наносит их толстым слоем и смывает, то есть использует реально как патчи. Я тоже попробовала так сделать, но на самом деле эффекта ноль. То есть что наносили, что не наносили вообще.
полный ноль. Нету даже никакого легкого хотя бы увлажнения, ничего нету вообще. Более того, я как-то их нанесла и, в общем, замоталась, закрутилась и проходила полчаса. Так вот этот вот фиолетовый пигмент, вот как вот здесь вот, видите, он у меня также остался лежать под глазками. Как я предполагаю, что эти патчи, они не впитываются, они просто высыхают на коже и на этом все. Потому что действительно есть такое, не то чтобы стянутость, но нету комфорта после нанесения этих жидких патчей. Я их порекомендовать вообще никому не то, что не могу. Я считаю, что это просто провальный продукт. Тем более лично я оцениваю продукт по тому, что заявляет производитель, и по тому, какой эффект этот продукт дает на коже. Здесь вот из 5 баллов могу поставить просто 0. Потому что ничего не делает. Конечно, я ему пользуюсь, когда делаю маску на все лицо, я наношу их под глазки, ну и как бы и все. И как бы ноль. Следующий продукт — это вот такая коллагеновая маска. Она, как вы видите, такая. То есть, если это такая гелевая фиолетовая, то это уже у нас такая синенькая, очень симпатичная масочка. Это коллагеновая маска, эффективно успокаивающая маска, стимулирует капиллярное кровообращение, обмен веществ, сохраняет гидролипидный баланс кожи. Значит, она повышает эластичность, упругость, гладкость кожи, стимулирует регенерацию, защищает от обезвоженности, увлажняет кожу на глубинном клеточном уровне, сужает поры, выводит токсины, в общем, снимают раздражение, восстанавливают защитный барьер кожи. В общем, столько всего тут красивого написано. Значит, наносить плотным слоем на лицо, область шеи, декольте на 15-20 минут, а остатки удалить влажной салфеткой или смыть водой. Могу сказать сразу, что из всего того, что я вам прочитала, здесь верно только то, что оно успокаивает, убирает покраснение и слегка увлажняет кожу. Я думаю, что здесь, вот видите, написано гель-маска коллагеновая с экстрактом люцерна, семян чия для лица, шеи, области декольте. Я думаю, что здесь основной компонент все-таки является алоэ вера, потому что именно, ну, мы знаем, что вот эти гели алоэ вера, они очень хорошо увлажняют кожу, успокаивают, и, в принципе, здесь эффект точно такой же. Она просто хорошо увлажняет, но есть увлажнители намного лучше, то есть маски, которые намного лучше увлажняют. Вот эта маска, кстати, стоила 695 рублей, а вот эти патчи 645 рублей. Да. Ну, маска, вот я не могу сказать, что мне хочется ее повторить. Вот из 5 баллов я ставлю троечку, только за то, что кожа после нее действительно комфортная. Если там у вас какое-то высыпание красненькое, да, вот это покраснение вокруг высыпания, эта маска действительно убирает. В общем, неплохо, но вот то, что здесь придает коже эластичность, упругость, гладкость, я такого не заметила. Использую я ее достаточно давно, то есть на протяжении всего этого времени. Вот видите, сколько я уже использовала. Патчи, кстати, тоже достаточно много использовала. Но здесь такая упаковка, она была очень сильно раздутая. То есть она стала более такая тоненькая просто. Ну, в общем, на троечку, в принципе, не могу посоветовать, но я думаю, что не куплю больше такое. И эта маска, кстати, не самая дешевая. У них есть маски вообще по 230 там с чем-то рублей. Но не самая дорогая, потому что есть около 1000 масочки различные. Но как бы не очень. Следующий продукт, который я вам хочу показать, это вот такой крем. Крем-серум. Значит, омолаживающий крем-сыворотка для лица с экстрактом ягоды асаи и годжи 30+. Он является универсальным, то есть можно наносить и на ночь, и в качестве дневного крема использовать. Значит, это омолаживающий крем-сыворотка с гиалуроновой кислотой для сухой и возрастной кожи на основе экстракта ягод асаи, годжи и дельвейса и органическими маслами вернет коже свежий здоровый вид, подтянет и скорректирует овал лица. Вообще такое заявление, вот как, например, то, что убирают гусиные лапки или подтягивают овал лица, это, конечно, ну, не каждый, мне кажется, производитель такое заявляет, но все же ежедневно наносить на кожу лица и шеи, в общем, это два в одном, и серум, и крем. А по текстуре это такое, как жидкое молочко. Смотрите, сейчас я
нанесу. То есть, видите, это как легкое такое молочко. Я бы даже сказала, больше как серум. Но вот это средство, кстати, достаточно неплохое. То есть, видите, его нужно совсем немного, чтобы распределить на коже. Вот видите, неплохое средство. Единственное, что вот как-то с отдушками страдает на самом деле. Вот видите, он достаточно быстро впитывается. Неплохое средство, но я бы сказала, это средство хорошо все-таки для молодой кожи. Никакого упругости кожи, никакой там подтянутости овала лица я не заметила вообще. То есть это такой неплохой увлажняющий легкий крем. На нем не скатывается вообще косметика. Он дает, ну, он достаточно комфортный. Такой вот аромат, знаете, мне напоминает какие-то вот крема, которые я использовала, когда мне было лет 20, наверное. То есть такие, ну, то есть отдушка совсем, она даже не натуральная. Знаете, вот натуральная косметика у них такой зеленостью отдает здесь. Здесь такого нет. Такой достаточно странноватый для меня аромат. Ну да ладно, он, кстати, такой ненавязчивый, и вы его никак не ощущаете на лице. Но вот я могу сказать, что на лето для меня бы это был бы идеальный вариант, когда не хочется перегружать кожу. Нанесли как бы и сыворотку, и крем в качестве дневного крема, и побежали. И все, у вас кожа хорошо, вам комфортно, нет никакой не стянутости, ничего. Но на зиму у нас сейчас стало уже холоднее, где-то минус 2. И я могу сказать, что мне мало этого крема, то есть все равно появляется сухость. Но у меня сухая кожа, и она становится очень сухой в зимний период времени. Но я хочу под этот крем купить сыворотку, но не от этой марки. Я от этой марки точно не буду приобретать сыворотку, какую-либо другую. И использовать в дуэте в качестве дневного крема, я думаю, будет очень даже неплохо. Потому что я сейчас использовала сыворотку от марки Janssen, и в дуэте работает очень даже неплохо. То есть он не конфликтует, вот этот крем, с моей сывороткой. Но вот в качестве просто крема, да, ну нет, наверное, только для молодой кожи, которая нету никаких возрастных изменений, которая не страдает сухостью, вот этот крем будет неплох. То есть, ну, я ему ставлю на самом деле 4, потому что, конечно, овал лица он не скорректирует, но достаточно комфортный. То есть для сухой кожи действительно неплохой вариант. И в качестве дневного крема, но, как я уже сказала, мне одного его недостаточно. Я буду приобретать под него какую-нибудь сыворотку. Этот крем стоил 645 рублей. Но вот на самом деле для 645 рублей вот прям неплохо. Неплохо, честно могу сказать. Но вот ничего, то есть если у вас есть какие-то проблемы с кожей, там излишняя сухость, шелушение, там, или действительно вы хотите скорректировать овал лица, то это вот не это средство, это просто такой легкий дневной крем, который будет давать комфорт коже. Видите, даже такое сияние появляется на коже, да, вот такая она более какая-то гладенькая становится. Но эффект, опять же, пока вот этот крем есть на вас, все хорошо. Смываете, все уже не так отлично. И четвертый продукт, который я приобрела, это вот такой кокосовый боди баттер от марки Mixit. Я им пользовалась на самом деле 2 раза. Вот так вот он выглядит. Я бы сказала, что он напоминает, знаете, по своей текстуре, как... то есть это не боди-баттер, да, то есть нету вот маслянистости. Это такой легкий тоже крем, который достаточно быстро впитывается, не оставляет вообще никакой липкости, никакой жирной пленки. Он впитывается, и он вообще никаким образом не ощутим на коже. Достаточно хорошо увлажняет кожу. Имеет такой аромат, ну вот чуть-чуть здесь есть миндаля, вот прям чуть-чуть. Значит, здесь у нас баттер создан на основе масла кокоса, геля, алоэ, натуральных растительных экстрактов, смягчает, глубоко питает, оставляет кожу мягкой, увлажненной, дарит ей восхитительный аромат. Масло карите и миндаля снимает сухость и способствует оздоровлению кожи, повышает устойчивость дермы к влиянию внешних факторов. Стоил этот крем 645 рублей, но я могу сказать, что для 645 рублей нет, вот... Если бы он стоил рублей 200, я бы прям очень рекомендовала бы его вам. Но за 600 рублей, мне кажется, можно в других марках найти более работающий крем, чем вот этот. Если у вас есть шелушение или сильная сухость,
рук, например, да, то ну, у меня достаточно сухие руки, и этот крем вам не поможет. То есть он для нормальной кожи, просто для того, чтобы, не знаю, после душа что-то нанести, чтобы было комфортно, хорошо впитывается. Если вы, допустим, наносите вечером, на следующий день никакой пленки не остается. То есть, ну, вот такое средство, как бы, ну, такое. Но тоже, наверное, на четверку. И, кстати, вот кокосом вообще мне лично вообще не пахнет. Немножечко отдает, ну, вот миндалем, совсем-совсем чуть-чуть, и то как-то вот нужно прям принюхиваться. А на коже вообще никакого аромата не остается. Ну, просто вот, просто неплохой увлажняющий крем. Я не знаю, Natura Siberica, вот примерно то же самое. Только если баттеры у Natura Siberica, они именно такие маслянистые, то здесь этого нет. Это просто легкий крем для увлажнения кожи. Вот на лето, наверное, было бы тоже отлично. Но или для молодой, опять же, кожи, но для сухой кожи, у меня зимой очень становятся сухие локти, колени, ноги. Вот, ну, нет, мне не подойдет, но я использую, сейчас с удовольствием пользуюсь, потому что сейчас не так уж и холодно, но больше точно приобретать не буду. Также в этом магазине я протестировала знаменитый просто, наверное, крем от этой марки. Это крем, который дает коже сияние такое, он стоит 900 с лишним рублей. Небольшая баночка, которую очень многие девушки рекомендовали наносить вот просто так. Вот вы нанесли, у вас кожа такая здоровая, сияющая и так далее. Конечно, я протестировала этот крем, я его нанесла себе на руку. И поначалу он действительно дало такое хорошее сияние, без блесток, без, знаете, какого-то перламутра. Просто вот действительно кожа на вид была такая достаточно, не знаю, здоровая, такая холёная, увлажненная. Но пока я ходила по магазину, выбирала себе остальные продукты, это было, ну, минут 10, наверное, 15 максимум, этот крем у меня впитался и не оставил ничего на коже руки, да, здесь у меня суше, конечно, кожа, чем на коже лица, но все же. И когда ко мне подошла консультант и стала предлагать вот этот крем для сияния, я говорю, вы знаете, я вот его нанесла на кожу, он как бы у меня вот никакого сияния мне вообще не придал. И она такая, да, как-то так и замялась и говорит, ну вот попробуйте, у нас вот патчи есть, и как раз предложила мне эти патчи. То есть я так понимаю, что я не единственный человек, который не заметил сияние этой кожи, возможно, кожа должна быть нормальной. И вообще, мне кажется, даже вот по всем вот этим вот бумажечкам, которые мне дали, да, также вот этот пакетик такой симпатичный, мне кажется, то есть по дизайну, даже если посмотреть, да, вот этого всего, мне кажется, эта косметика разработана именно для девушек молодых, то есть, ну, там, 20-25 лет. Но зачем на вот этих вещах писать, что корректирует овал лица или убирает гусиные лапки? Мне вот это вот вообще непонятно. То есть вот на креме написать 30+, хотя я лично считаю, что этот крем, ну, 20-25 лет девушка, если нанесет, если у нее сухая кожа или, допустим, зимой, если будет пользоваться данными средствами, ей очень-очень сильно понравится. Ну, мне бы, по крайней мере, в таком возрасте, конечно же, понравилось. А так, в общем, ну, ну нет, и честно, после того, как я попробовала вот эти 4 продукта, возвращаться в этот магазин и приобретать себе еще что-то, у меня, ну, совершенно нету никакого желания. Вот за 4 продукта, да, я отдала 1985 рублей. Я считаю, что это не так уж и мало. Ну вот, если честно, я бы себе приобрела лучше что-то из аптечной линейки. Тут же Ларош-Позе, на эту же сумму я бы купила бы себе замечательный крем или сыворотку для лица и видела бы замечательный эффект, чем вот, ну, такое вот баловство, это чистой воды баловство, но вот этот крем неплох, но опять же, я не могу его рекомендовать, потому что я не вижу работу этого крема, да, то есть, как я уже сказала, я смотрю, что заявляет производитель и смотрю, как это, скажем так, отражается на моем лице, то есть, есть эффект, нет эффекта. Из того, что написано, эффект, да, ну, такой, чуть-чуть есть, чуть-чуть нету, поэтому нет, но я бы очень хотела, если вы пробовали что-то из марки Mixit и вам очень-очень сильно нравится, если вы девушка 30+,
Обязательно напишите мне, возможно, я просто не те продукты для себя взяла, хотя мне помогала выбирать все это консультант, и девушка была достаточно приятная, она достаточно так хорошо разбиралась в продукции, знаете, не сувала мне все подряд, а прям говорила, вот попробуйте это, вам должно понравиться, прям спросила, сколько мне лет, какой у меня тип кожи и так далее. То есть прям вот так вот, знаете, добротно подошла к покупателю, скажем так, но все-таки все продукты, ну вот как бы да, не очень. Вообще очень удивлена тому, что такие прямо очень сильные, не знаю, положительные отзывы об этой косметике были, потому что некоторые девушки, я знаю, присылали на обзор, и после этого они еще приобретали сами за свои собственные деньги что-то еще. Ну, не знаю, мне кажется, может быть, конечно, девушки были не моего возраста, может быть, у них кожа сама по себе в хорошем состоянии, поэтому им эти средства понравились, но мне нет, причем совсем нет. Вот, но напишите обязательно, может быть, все-таки я действительно как-то промахнулась, и мне нужно посмотреть на что-то другое. Если есть у вас любимчики, обязательно напишите, я думаю, я присмотрюсь. Но пока вот как-то так. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте колокольчик, оставляйте комментарии, ставьте пальчики вверх. Всех люблю, целую и до новых встреч!